Студенты Чуваши участвуют в интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа в Саранске. Им предстоит соревноваться с другими командами в программировании, парламентских дебатах и игре «Что, где, когда». Все участники олимпиады в Саранске предварительно прошли отбор на региональном этапе в Чувашии. В нем приняли участие 90 студентов из 7 образовательных учреждений республики. В итоге в сборную Чувашии вошли 12 человек. Это студенты ЧГУ имени Ульянова, Чебоксарского экономико-технологического колледжа и Чебоксарского филиала «Ранхикс».